Добрый день, дорогие друзья! У нас на обзоре сегодня будет на моем канале Toyota Vitz. Автомобиль японского производства. Небольшой такой. Вот я вижу, коробка автомат у нее. Да, 14-я резина, стальные диски. Вот такой автомобильчик предоставлен на обзоре. Ну, он небольшой, конечно, но все-таки довольно-таки удобный. Там, по-моему, литровый двигатель стоит. Расход топлива у него, ну, более-менее экономичный, по крайней мере. Расход топлива у этого автомобиля меньше, чем у тут данного, скажем так. Перед вами там Subaru Forester. Полноприводный джип. Да, нет АВД написано. Ну, в принципе, я думаю, что... По бензину, конечно, данный автомобиль Toyota Vitz